У нас в гостях Виктория Кутузова, представитель компании Quorum Conference. Виктория, скажите, пожалуйста, какие цели вы преследуете на Product Expo? Вы знаете, я каждый год приезжаю на Product Expo для того, чтобы посмотреть вообще, какие новые бренды появились, как изменились старые бренды, как развивается вообще отрасль, да, продуктовой индустрии в целом. И, конечно, для того, чтобы найти участников и спикеров на наш ежегодный трейд-маркетинг-форум, который мы проводим в конце марта, «Война на полках». Скажите, пожалуйста, какие тенденции вы заметили вот на Product Expo в 2020 году? Вы знаете, в этом, ну, на мой взгляд, в этом году больше новых брендов. Почему-то мне кажется, что в прошлом году я столько обновлений не увидела. И достаточно много ребрендинга старых компаний. Плюс видно, что компании считают деньги. Не все выставляются так масштабно, как это было в прошлом году. Но вообще тенденция на эмоциональный маркетинг, я бы так сказала, на эмоциональные продажи, то есть в той же самой упаковке, да, продуктовые, люди стали вкладываться в привлечение эмоций, чтобы завоевать своего покупателя. Это приятно. Виктория, я у вас увидел брошюрку красивую, «Война на полках» называется. Это как понимать? Я приглашаю всех, да, участников Product Expo и не только на наш ежегодный форум по торговому маркетингу, где мы рассказываем, в этом году будем рассказывать об изменениях тренда, да, потребительского поведения, о том, как правильно распределить маркетинговый бюджет и о максимально эффективной коллаборации ритейлера и производителя. Приходите, пожалуйста, всем участникам Product Expo специальная стоимость участия. А это действительно нужно всем участникам, которые принимают участие в Product Expo. Спасибо вам огромное, Спасибо Виктория. Спасибо вам, удачи.